Что является справедливостью? Я бы сильно не хотел заходить на ту территорию. Но мы часто склонны реагировать непропорционально и зайти очень далеко в отстаивании своей справедливости. Можем ли мы это сделать, особенно при помощи цемень? Можем. Стоит ли оно того? Я как-то в свои почти 50 лет все чаще прихожу в разных ситуациях жизни к пониманию того, может, оно того и не стоит. И мне кажется, это очень хороший вопрос, прежде чем что-то делать и проявлять какую-то активность в формате цемень для битвы, спросить, в чем ваша воинская доблесть и в чем добродетель. Вот, это остановит от многой активности, которая... Ну, а другой хороший вопрос, который следует задать, мне так кажется, пропорциональность вознаграждения усилиям. То есть вы, конечно, можете там пару лет судиться, вернуть даже часть своих денег, еще что-то такое. А может быть, если бы вы потратили те же усилия и то же время на свой бизнес, может быть, вы сделали больше денег.